А, это видео, что ли? Зайц, давай рассказывай, что это? Это вот они здесь и лежали, получается, да? Тут ели, а там эта кровать была. Там когда двое лежали и на собе, жена была вместе. А почему нет решеток? А, нет, есть решетки на окнах. Ну, это типа скрин у них, наверное. Карцер? Ну да, одиночки. А что, если бы в центре Праги у меня такая хата была, я бы не парился. Тут был заход, наверное, видишь, валит. Самотки, да, одиночки. Труба, как это, в России такие батареи делают. Там вон вешалки есть, можно халатики повешать. Туалет в 45-м. Я видел. В концлагере лучше, чем у нас сейчас у людей. В Архангельске такого туалета нету. Ну да, бачок старый. Я говорю, в концлагере лепше заход, лишь в русскую тетька. Вон тут, видишь, шмычка была. Ну, батя покажу, он скажет, нифига себе. Быты. Да, да, быты. Значит, такие есть. Быты где новые. Вот такие уж крябаны. Да, там. Так оно было новое 70 лет назад. Ну, я такую хату у деда разбил. Разбил. Что там? Ты карцер. Карцер, наверное, да. Самотки опять, да? Это выпинать был? Да, выпинать он, видишь, закрывался. Карцер, да. Наказание, вон газил, видишь. Унитаз. Да. Такой, смердело, наверное. Не бы сказал, что так было. Не открывай, там люди нас сидят. Там вода. А, вода. Магазин? Обход? Там обход, представляешь? Ну ладно. Вот тут вот. Для музея. Идем уж полгодины по тоннелю 18 века. Везде решетки. 30 километров. 30 километров. Везде закрыто. Но мы уже, да, полкилометра идем. Ой, ё-моё. Полкилометра. Мне тоже так кажется, что мы уже больше идем. Но здесь уже и выше, и шире. Знаешь, зачем вот эти штуки сделаны? Чтобы здесь вот, если кто-то бежит, отстреливается, видишь? Mm. Если прорвали там оборону, дверь какую-нибудь зашли. Нет, это тут на военку, на улицу стрелять. А там по тоннелю стрелять. Ну, видим. Проднешник, да там трошку видео-то. Я думаю, сейчас закончится у нас экскурсия и что-нибудь поснимаем. Я думал, всех испытания задать, блядь. Да не говори, я уже тоже устал.
Это дом охранников. Это кино. А это бассейн, где купались охранники. Идите тоже, да? Mm. Идите такие. А вот идите тут в шуде. Ну, вон чешский, не итальский. Не, это же новое. Слышишь, завтра думаешь. Не, ну естественно, да. А было-то вон, видишь диры, где был проектор? Обалдеть, еще немцы тут сидели, смотрели всякую чушь. Все пропагандистские фильмы. И фильм этот тоже тут показывали. Jako město dané živým do vlastní samosprávy. Do zahraničí je dopraven prostřednictvím Mezinárodního červeného kříže. V roce 1945 film zmizel. Teprve po 20 letech byla v Československu objevena jeho část. V našem filmu je použito nalezeného filmového materiálu a kresek malířů vězněných v terezínském getu. Мне кажется, тут даже запах такой. Да, есть, конечно. А ты мусор пустил воняло. Подаренный город. Страшно? Страшно. Давай попросим, чтобы нам пустили чески. Так где вот это видео, где они в карты играли? Где они в карты играли, все вот это. Смотри, какие мычки тут добрые. А здесь они спали. Вон, шаты можно повешать. Тут 5 мычек, там еще 4. Да, и заход еще. Вообще нормально, да? Это у них дневной свет здесь. Освещения-то, наверное, не было. И там он такие. Самутки, я говорю, самутки. Это мычка. Подломать там заходили мои. Заход, смотри, самотка. Заход я. Древенный. А, там, видишь, в нитро этот стоит. Бак. Кто-то разбил стекло. Да, ну, естественно. Не, был. Был, видишь? Длинный бак. Это сейчас закроемся тут. Там есть постел. Нас тенкрат завжили. Да, где? Ну, как říkala. Они все в шутке стоят. Нас тенкрат завжили. Асу 3 або 4 людей. Na samotku, kde nebylo okno. Mm-hmm. Že jako my jsme chtěli, že já jsem tenkrát šla, strašně to bylo. No ladno, vás tam zavřeli na 10 minut. Na chvíli, na 3 minuty. No. Друзья, в полосочку, небо в клеточку. Там музеум, наверное, вот там. Же. Тоже мычка, видишь, на выходе. Да, смотри, что-то стоит. Ну. Это сам. Да. А почему-то там не яма, там говнопровод. А? Там говнопровод, все путем. Да. Вода, да, ты что? Ну, конечно, там канализация. Вон тоже, видишь, стоят. Да, тут, конечно, убытовно. С ума сойдешь.
Пол, думаешь, с тех времен? Чего ты? Она была здесь? Ну, была. Нифига себе, какая мычка. Крутая. Туалет. Закрыто. Тут надо было камеру брать и потом вырезать. Ну, GoPro-шку. GoPro-шку? Да, так ты рассказывай. А что рассказывать? Ты просто типа идешь в клуб. Вот там, там спал, там тоже спал. Да, она снимал. Будешь рассказывать, Давид? Почему? Учим. Вот там. Все, уже зазевал. Интересно. Вот здесь ёшкин кот. Вот это постель. Вот она была, люксусная постель. Остальных вещей. Там даже эта подушка, как деревянная подушка. Вот туда не несло. Да, ужас. Печка. Да, такая печурка. На такое помещение вон тоже заход есть. И одна мычка. Да, с одной стороны, так подумаешь, может лучше в самотке, чем здесь. Мычка, видишь, какая хорошая. Заход. Там кто-то насрал. Он грызл папир. Там туалетная бумажка, и кто-то навалил на толчке. Кто-то она выбежала. Да. Еще достойней. Мало. Брань стояла тут вон. Человек сидел. Я не знаю, где-то я не был, я пропустил, потому что... Ты заново хочешь петь? Нет, ты чё, там полкилометра опять петлять там за это, за какой-нибудь бабичкой. Да вот так я и шёл. Она ещё так помалу там, позор. Да, да, да. Тады мы были... Вон там, на гору. Там такі зображення. Які ворота? Я хотів там дивитися. Риба. Много-много риби.